Всем привет! Сделали отвал на Kubota AST-15. Вот так он выглядит. Отвал у нас 1,30 м по длине. Он у нас с подрезным ножом, то есть переворотный, и снизу резина. Резина у нас идет с нитью 17 мм толщиной. Значит, нож у нас 8 мм. Что у нас здесь? Крепление к раме выглядит вот таким образом. Оно у нас, значит, по установке сначала крепится эта часть, потом крепится та часть, и потом уже крепится часть спереди. Здесь сделали, чтобы не мучиться, вот такие вот регулировки. Дальше, значит, по подъему сделали 4 положения для высоты подъема. Ну, здесь и цилиндр хоть что-то позволяет, чтобы поднимать максимально. Ну и, как говорил, отвал у нас гидроповоротный. Здесь цилиндр для поворота. Отвал переворачивается, нож становится снизу. И вот те уши становятся вот здесь. Шланги, значит, у нас идут концы 20 на полтора. Ну и, собственно говоря, все.